Выставка живописных, графических и скульптурных работ всемирно известного путешественника, открывшаяся в Екатеринбургском музее ИЗО, знакомит уральцев с неожиданной гранью личности Федора Конюхова. Известный всем как неутомимый одиночка, покоряющий полюса, горные вершины, исходивший на веслах и под парусами все океаны мира, Федор Конюхов уже полвека остается членом Союза художников и с каждым годом оттачивает свое ремесло. Так что его работы экспонируются в крупнейших российских музеях. Я бы хотел, чтобы в Екатеринбурге, тут у меня много друзей, я часто к вам приезжаю, но чтобы видели меня и знали, ну хотя бы, что я не только путешествую, но я еще и художник, да. А то все говорят, Федор Конюхов путешествует и изредка рисует. 40 работ, созданных художником с середины 70-х, годов прошлого века до настоящего времени, составляют коллекцию друга и спонсора Федора Юрия Рязанова. До Екатеринбурга эта выставка побывала в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Организатором экспозиции выступила крупная екатеринбургская компания «СКБ Контур», которая с 2018 года финансирует путешествие Федора Конюхова. Так уже в этом году, на свое 70-летие, Конюхов намерен отправиться в кругосветку на катамаране с солнечными батареями. Намерен я выйти в декабре месяце в Чили на Австралию как раз на свой день рождения. У меня 12 декабря день рождения, мне 70 лет, и мы планируем, так что и Юра, и Дима приедут провожать. Они как раз поддерживают меня в катамаране, но поддерживают и финансово, и как друзья, и морально, и духовно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, для которого Федор Конюхов устроил персональную экскурсию по своей выставке, высоко оценил творчество всемирно знаменитого путешественника и пожелал, чтобы сорвавшая ему в прошлом году все планы пандемия не стала препятствием для новых открытий и невероятных рекордов. В Екатеринбурге, на Урале, всегда с уважением относились к людям искусства, к художникам. И сегодня действительно Федор Липович раскрывается перед нами не только как отважный путешественник, исследователь, но и как человек искусства. Хотя он таковым был изначально. И я уверен, что работы Федора Филипповича заставят задуматься, как минимум, и обязательно вдохновят на хорошие дела, на хорошие поступки. Полтора года я уже не путешествую, а мы чуть меньше, ну какая разница. Я картин 20, да, написал, да, картин 20. Так что книгу написал, картины, я строю деревни, сажаю деревья. К вам надо приехать и повесим у вас скворечник, у вас очень красивый город и зеленый. А у меня только в одной деревне, у меня в деревне 494 скворечника. Я везде вешаю скворечники. То есть на мой день рождения дарят мне только скворечники. Так что к вам приедем, повесим скворечники, хорошо? Так, мы сможем? Сможем. А чего? Все соберемся и повесим. С удовольствием.